Здравствуйте, дорогие друзья. Подводим итоги нашей недельной главы Пинхас. Обратим внимание на очень интересный момент. Моше, великий Моше Рабейну, не только не суждено было ему войти в землю Израиля, но его сыновьям было суждено остаться незамеченными, когда уже начали искать преемника. Бог отказал Моше в том, чтобы его дети наследовали ему. И вот это, кстати, была вторая трагедия Моше. Но обратите внимание, вот когда мы говорим о Боге, о том, что мы от Него что-то хотим, самые близкие люди, которых Он называл своими, Яков, там, рассказывает страшная его судьба, как он жил, все это, что с ним было. Давид, бесконечный, написано, это мой любимый певец, всякие проблемы и так далее. Авраам. И так далее. То есть Бог не так понимает это, как мы. Бог понимает прекрасно другое, что на этот короткий промежуток времени, который нас сюда посылает, вот такое, знаете, чувство расслабленности и лежание на боку, оно вредно, никому не нужно и не показывает любовь. Это как ребенка все время кормить конфетами с детства, не давая вставать с кровати. И что из него вырастет, и что с ним будет. Пинхас получил большую награду, написано. Не только священнослужение, которое он, может быть, оставит наследство своим детям. То есть, как самое главное, да, извините. А в противовес этому Моше Рабейну не может оставить своим детям наследство и руководство еврейским народом. Это удивительно. Надо вдуматься в это. Нам не зря это рассказывают. Ведь Моше великий человек. Он не раз отвращал гнев Всевышнего от сынов Израиля и так далее. Когда пришло же время покинуть его этот мир, он просит Бога, и Бог говорит нет. Отказывает ему. Он говорит, Иошуа назначишь. Почему Пинхас удостоился такого расположения? И причем за одно деяние. А Моше нет. Любавический Ребе в одной из своих бесед поясняет, что ответ заключен только в одной фразе. Возревновал ревностью, ревностью среди вас. Да? Моше и Пинхас это два разных пути достижения задачи, которые ставит Всевышний перед нами. Наша идеальная цель состоит в том, чтобы очистить материальный мир, привнести в него свет и добавить здесь святости. Да? Мы можем добиться этого двумя путями. Первый, так как Моше, так он передавал народу Тору, учил Тору, приносил божественный свет. Вот то, что мы, в общем-то, с вами сегодня чем и занимаемся. То есть увеличиваем свет путем его распространения. С другой стороны, и Пинхас, это тоже важный путь служения. Он заключался в личном перерождении. Вот сам я совершу тшуву, раскаяние, очищаюсь, и этим самым очищаю материальный мир и делаю ее мир более приспособленным для принятия божественного цвета, света. Было такое же, если вы помните, кто историю Герцедека, графа Потоцкого, перешедшего в иудаизм, которого сожгли на костре, написано в Кабале, что в этот день нечистота мытья, вот то, что оставалась нечистота на грязных руках, в огромном количестве ушла из этого мира. То есть мир очистился и переродился. Героический поступок Пинхаса, в свою очередь, в нашей недельной главе, он тоже написано очистил окружающую действительность. Материальный мир стал более приспособленным. И осталось это навсегда. И вот то, что осталось навсегда, оно как бы и передалось навсегда. Что касается действий великих лидеров, которые там что-то делают, их действия на период их как бы работы. Но есть еще и положительные вещи, и другие. Вы знаете, как пишут мудрецы, что трагедия Моше была утешением для Израиля. Тора – это их наследство написано. Тот факт, что преемником был не сын его, а стал Иошуа бен Нун ученик, означало, что каждому человеку нет такого выделенного, что вот это как коинство, как там, что нельзя человеку претендовать никакому. Оно выделено и идет по какой-то линии. Нет, вот это корона лидерства, корона возглавляющая, можно сказать, движение еврейского народа к Машеху. Она свободна, у всех есть надежда, каждый может заслужить ее, и у каждого человека есть ее час, написано в Талмуде. И если что-то еще пока не получилось, говорят мудрецы, все время, пока в сердце остается стремление к определенной цели, это знак, что на небе желают, чтобы человек просил об этом в своих молитвах. Надо увеличивать молитвы. Вообще, молитва, только правильно понятие. Молитва – это не просьба «дай-дай-дай». Это просьба о приближении и понимании. И в этот шаббат, особенно вот этих дней, которые начался, давайте просить в наших молитвах у него о приближении к себе и понимании, чтобы мы понимали его хоть чуть-чуть. Хоть и
И он хотя бы в какой-то мере прощал наше непонимание. Брахава ацлаха, шават шалом, всего самого-самого лучшего.